Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда твое желание обязательно исполнится. Раз, два, три. Ребятки, сегодня мы продолжаем с вами играть в крутые мобильные игрушки, а начинаем мы с игры Runrise 3D. Tap to start, и мы, ребятки, начинаем. Компьютер находит нам противников. Итак, поехали. Как здесь вообще играть? Здесь, по-моему, нужно просто тыкать по экрану, вовремя тыкать по экрану, ребят, и тогда будет у нас все круто. Так, пока что у нас первое место. Так, отлично, отлично. Тут, наверное, несколько кругов нужно сделать. Так, это первый круг. Ну, по-моему, что, ребятки, два круга здесь нужно выиграть. Да, два круга нужно пройти первым, и тогда мы, получается, с вами выигрываем. Да, мы тогда выигрываем каточку. И да, в принципе, первая катка, первая победа. Пока что ничего такого сложного нет. Итак, season complete. И сейчас у нас следующий уровень. Кстати, знаете, ребят, немножечко непривычно то, что загружается игры очень быстро, потому что ранее я играл на эмуляторе, а там намного дольше это все происходило. Здесь прям очень быстро игрушечки прогружаются. Но как ни крути, планшет у меня мощный. Поэтому вот все так быстро происходит. Так, хорошо, мы с вами снова первые. Так, ну тут нужно снова, наверное, два круга быть первым, да? Угу. Вот если мы еще и сейчас будем первые, тогда да. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. На моем канале видео выходят каждый день, каждый день. Поэтому, если вы любитель игрушек, смело подписывайтесь, вы не пожалеете. Так, ну что ж, давайте тогда выполним следующую, третью миссию. Здесь уже, наверное, будет, ребята, немножко сложновато. Так, давайте мы так вот прыгнем. Опа, 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 опа. Так, пока что мы первые, ребята, неплохо. Воу, воу, даже очень неплохо, смотрите. Смотрите, как мы здесь обходим. Так, опа, опа-джа, и тут у нас уже финиш сразу. Да, неплохо, неплохо. А мы можем еще сократить, оказывается, ребят, смотрите. Та-дам, класс, да? Да, конечно, мы показали с вами, ребят, просто мастер-класс. Так, фу, блин, не ту сторону, конечно, я побежал, но вовремя развернулся, как говорится, да? Вовремя мы с вами развернулись. Так, бонус, ребята, это у нас бонус-миссия. О, тут можно денежки поднакопить. А ну-ка, смотрите, как много денег мы сейчас соберем с вами. Давайте побежим сюда вот. Ну, это, в принципе, та миссия, которую мы проходили, да? Это мы не проходили, это нам не травляли. Ну, тут, конечно, ребят, можно было ее походить, знаете, ну, недолго проходить, потому что, как ни крути, все-таки здесь бонусная миссия. Так, а, все. Ну, короче, заработали мы с вами немножечко денежек. Я предлагаю пройти, ребят, еще тогда одну миссию. Последнюю миссию, это четвертая. Так, и тут уже, наверное, будет сложновато, ребят, мне кажется, да. Ой, смотрите, мы все делаем одинаковые движения. Так, опа, 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 ничего себе, ничего себе, ничего себе. Так, блин, блин, я хотел выпрыгнуть. Мне не получилось, ребята, выпрыгнуть туда. Так, хорошо, у нас пока что первое. Блин, не, все, мы проиграли. Ребята, эту катку, к сожалению, мы проиграли. Просто если мы приходим не первый, то тогда мы просто проигрываем. Ну, ладно, не беда. Давайте будем открывать следующую игрушку. И пускай это у нас будет Death Incoming. И это у нас самая первая миссия. Так, нам нужно уничтожить его как? Короче, тут подсказочка. А, чтобы чайник, получается, начал протекать. Так, давайте сделаю чуточку буквально тише, ребят, потому что очень громко. Так, все, мы сами выполнили это задание. Так, делаем вот так вот. Так, все отлично. Вот это вот наша смерть. Сейчас нам нужно его грохнуть. Так, он должен, наверное, погибнуть вот от мыла. А, нет, стоп, подождите. Может быть, вот так вот. Ставим мыло сюда вот. Теперь вот сюда вот. А, все, 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 все. Вот как он должен покинуть. Мыло здесь вообще ни при чем, ребят. Мыло здесь ни при чем. Вторая миссия выполнена. Так, отлично, отлично. Следующая, третья миссия. Так, что нам нужно сделать здесь? О, я походу понял. Тут, наверное, нужно... Так, песик, иди сюда. Иди-ка ты сюда. Опа! Так, а теперь верно? Нет? Так, нет, неверно, ребят. А если мы сделаем вот так вот? Хоп. Ух ты ж, блин, ребята, это просто жестяк какой-то. Это было жестко. Так, это получается третья миссия, мы с вами ее выполнили. Отлично. Так, миссия completed. Смотреть видео я не хочу, чтобы получить какой-то бонус. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте в комментариях какие-то крутые игрушки. Так, вращаем наш спиннер.
Итого, так, что у нас здесь будет? Так, еще 3 спина, а нет, 1000 монет. Ну, в принципе, неплохо. За эти монеты, ребят, мы с вами можем открывать себе новые скины, новые прикольные скины. Так, спин еще раз за ролик. Нет, спасибо, lose it. Так, и следующая миссия. Так, давайте мы нажмем вот сюда вот. Так, что теперь? Мы можем что-то купить. А, это наш дом. Это наш дом, и мы его как бы обустраиваем. Так, этого пацанчика нужно как-то грохнуть, ребят. Так, на, может быть, кока-колы попей. Так, он попил кока-колы. Нет, а если мы ему еще постукаем куда-то? А если мы поставим где-то вот кока-колу? Подождите, вот еще пульт есть. Так, а если мы поставим пульт вот сюда? А, все. Вот, ребят, смотрите, он испугался и проглотил пульт. И так он погиб. Капец. Да, это жестко. Это была такая жесткая смерть. Прям очень жесткая. Ребятки, знаете, что я сделал? Я хочу сделать чуточку ярче буквально. Так, ну, не сильно так. Чуть-чуть ярче. Так, все. Вот сейчас уже получше. Так, смотрите. Нам нужно, наверное, растопить этого зомбаря. Так, может быть, постучать? А нет. А костер, если сюда поставим? О, вот так вот, да. Я так и подумал, растапливаем зомбаря, и зомбарь сейчас просто съедает этого чувака. Он такой подходит к нему и говорит: мозги, мои мозги. Вернее, твои мозги стали моими мозгами. Так, окей, миссия снова выполнилась. Так, смотрите, ребятки, ну это у нас бугаёк здесь. Но все мы знаем, что быки не любят красный цвет. Если мы сделаем так вот, смотрите, бык просто возненавидел его, и он сейчас его просто размажет. Да, все, мы выиграли с вами, ребята. Миссия выполнена, отлично. Так, давайте мы тогда выполним еще последнюю миссию, и все. И будем тогда открывать с вами следующую игрушечку. Хотя, знаете что, мы с вами уже прошли, получается, сколько миссий? О, смотрите, новый скин, прикольно. Мы прошли с вами 6 миссий, поэтому, наверное, что все-таки будем закрывать. Так, давайте я закрою эту игрушку. И что мы сейчас поиграем? Давайте мы сейчас поиграем Emoji Puzzle. И остановились мы здесь на 14 миссии. Смотрите, ребятки, мед — это к мишке. Дальше кузнечик — это к лягушке. Косточка сюда, а морква к зайчику. Ну, вы поняли, да? Вы поняли суть игры. Так, теперь нам нужно поставить... смотрите, видите, здесь у нас тени. Так, это котик. А это у нас смайлик. Вот такой вот все. Выполнили мы с вами эту миссию. Ну, игра несложная. Так, дальше. Ну, тут немножечко нужно иногда думать. Смотрите. Туфля к ноге. Так, солнце сюда, очки сюда. Вода вроде бы как бы не сильно связаны, но все равно как-то они связаны, эти вот предметы. Те, которые справа, те, которые слева. Так, дальше. Мочалка. Мочалка вот сюда в ванную. Наушники в уши. Игровая приставка до этого джойстика. Так, окейюшки, дальше. О, смотрите, здоровая еда, авокадо. Так, палочки, это получается для суш, а картошка фри к бургеру. Да, прикольно. Кстати, я бы не отказался, ребята, от бургера. А вы напишите в комментариях, вам нравятся бургеры? Так, дальше. Смотрите, о, это уже... А, камень, ножницы, бумага. Смотрите, камень, ножницы, бумага. Итак, бумага. Камень, ножницы. Логично, да? Все верно мы с вами сделали. Так, дальше нажимаем сюда. Нажимаем сюда. А, все. Все, я понял. Теперь сюда, сюда. Понял? Сюда, 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 сюда. Да, 20-я миссия выполнена. Выполнена без проблем. Так, дальше. Молоко, говорю, яйцо к птичке, молоко к коровке, а белочка любит орешки. Окей, дальше. 22-я миссия. Так, ребят, горилла. Ну, лев-царь. Зверей, дальше горилла, скорее всего, что вот сюда вот относится, а кролик сюда вот. Не знаю, почему кроль относится к яйцу. А, пасхальный кролик, все, все, дошло до меня, ребят, дошло. Так, смайлики. Итак, сначала, ребят, сначала мы отправляем поцелуйчик. Затем вот такое вот, и мы влюбились, да, все. Мы влюбились, ладно, давайте тогда еще одну миссию выполним. Так, глазки разукрасили. Так, что дальше? Носик, ушки, вот такие вот ушки на макушке, а зубики белые у нас остались. Так, окей, ушки, ребят, давайте будем тогда эту игрушечку с вами закрывать. Так, закрываем ее, открываем следующую игрушку, и это у нас, ребятки, Rice Meister. Остановились мы на третьей миссии, поэтому давайте мы ее аккуратненько пройдем. Блин, проиграли, ребят, проиграли. Мы не должны... А, нет, стоп. Я думал, что мы не должны поедать кристаллики. Ну, там просто были кристаллики. И типа думал, что их нельзя трогать, но нет.
Здесь наоборот. Так, рейр, он... Так, можно не голосовать. Так, здесь красный, ребят, нельзя есть. То есть красное есть нельзя. Можно, ну, можно есть, только вот все остальное. Так, башки мы сейчас просто полностью сами съедаем. Смотрите, какая прикольная все-таки игрушка. На эмуляторе, конечно, она не так круто играется. Так, я, конечно, не знаю, или все блоки здесь можно есть. А, действительно, все блоки можно кушать было. Так, отлично. Давайте дальше. No, thank you. О, здесь вот красный блок, ребят, есть нельзя. Если мы съедим красный блок, я бы вам, конечно, показал, но мы тогда проиграем сразу. Вот, смотрите, мы его как бы не съедаем, а миссия все равно выигрышная, да? То есть вот мы ее выиграли, да? То есть это значит, что красный блок есть нельзя. Так, давайте откроем вот так вот. Я всегда открываю либо вот так вот, либо вот так вот. И смотрите, главный приз, да, мы его выбили. Я не знаю, что это такое. Это, наверное, дыра будет или что? Да, да, это такая дыра прикольная, смотрите, класс, да? Прикольно так смотрится. Залипательная игрушка, на самом-то деле, очень залипательная. Так, следующая миссия. Вы периодически меня в камере видите, да, ребят? Так, окей. Окей. И все. Выполнили. Она похожа на бактерию. Вот эта вот штука похожа на бактерию. Так, ой, это что за пирамидка такая была? Какая-то симпатичная, очень симпатичная. И последнюю все тоже съели. Так, хорошо. Дальше. Следующая миссия. Вот тут нужно аккуратно, ребята. Тут аккуратно, чтобы красный блок не съесть. Ой, стой. Так, красный блок мы не трогаем. Так. Ну, тут, наверное, будет чуточку полегче. Стой. Фу, отлично, ребят, отлично. Чуть не проиграл. Вот действительно, я был так близок к тому, чтобы проиграть. О, медведь. Медведя съедаем полностью. Тут еще и кристаллики. Это как бы бонус-миссия такая вот. И, кстати, у нас, ребята, очень много кристалликов. Давайте посмотрим, что мы можем за них купить. Так, ну, допустим, нажимаем climb. И, по-моему, что сразу следующая миссия открывается, да? Вот, нажимаем 11, так, нет, наверное, что, все-таки что-то мы можем. Так, мы можем roll сделать, спин один раз, по-моему. Так, все, крутанули. И заработали мы с вами еще, ну, получается, другая дыра. Так, как мне ее выбрать? Это, наверное, скин, да, если я не ошибаюсь. Да, это, скорее всего, ребята, скин. И вот тут вот наши скины, да, смотрите, вот теперь рога такие, да, прикольные рога. Так, ну что, давайте тогда поиграем. Так, вот эти вот красные блоки, наверное, нельзя, ребята, есть. И все, миссия выполнена. Так, давайте тогда пройдем еще с вами одну миссию. Может быть, две, может быть, еще три. Так, ну блин, игра, блин, залипательная, конечно, ребята, очень залипательная. Я уверен, что она вам нравится, эта игрушка. Давайте я еще тогда одну миссию пройду, и все. И надо заканчивать с вот такими вот залипательными играми, ну, по крайней мере, на сегодня. Ой, так, все, ребят, миссия выполнилась. Так, закрываем эту игрушку. Давайте посмотрим, что мы там пропускали с вами. Мы с вами пропустили, конечно же, Among Us, поэтому я хочу сейчас в него поиграть. И у нас, ребята, первая карточка. К сожалению, мы с вами не импостер. Ну, ничего страшного. Давайте будем с вами вычислять этого подлеца, этого импостера. Кстати, задание что-то мы здесь с вами очень мало выполняем. Давайте выполним задание Weapon. Ой, смотрите, фиолетовый. А ты тоже можешь выполнять это задание так же, как и я? Ребята, у меня что-то вот есть такая чуечка, типа, мнение, как будто фиолетовый импостер. Вот действительно, вот что, все трое выполняют это задание? Серьезно? И белый прям выполняет его. Так, все, я его сделал. Так, милашка, ты что-то похож на импостера, мне кажется, беленький. Беленький, ты на него действительно похож. Фиолетовый тоже на него очень сильно похож. Так, ладно. Он типа делает вид, возможно, ребята, он делает вид, что он не импостер. Так, мы должны с вами выполнить еще вот это вот задание. Давайте мы его выполним вообще так вот без проблем. Так, фиолетовый, а что ты тут стоишь-то? Что ты стоишь? Я, например, задание выполняю. Короче, фиолетовый репорт. О, ёшкин кот. Так. Фиолетовый был рядом, напишу вот так вот. Фиолетовый был... Так, рядом. Так, фиолетовый был рядом. Так, черный. Так, где черный? Черный. Короче, на черного что-то кикают. Proof. Давайте напишем так вот. Proof. Какой proof? Какие доказательства, что это черное? Я стреляла. Так, ну давай напишем, что окей. Она стреляла. Так, если не он, то кикните меня. Так, хорошо. Окей. Короче, значит, мы против черного. Так, могу скан показать. Так, если это не черный, то кикаем фиолетового.
Так, скип, покажу скан. Не-не-не, давайте мы все-таки кикаем черного. Так, я против черного. Голосуем. Ну, короче, мало ли, вдруг это даже не он. Так, он убил синего в электрике и белого в хранилище. Так, скип, я покажу скан. Так, давайте вот так вот. Черный первый. Черный. За него. Так, за него. Так, все, за него голосуем. Так, гов черного, если не он, то я следующий. Все, хорошо. Так, кикнули черного, да, походу? Ребят, или что? No one? Не пришли к какому-то одному решению? Да вы что, издеваетесь вообще, ребята? Вы издеваетесь? А ну, давайте посмотрим. Идемте посмотрим. Он говорил, что он сейчас будет сканироваться. Черный. Черный будет сканироваться. Ребята, он сейчас закиляет. Смотрите, он сейчас закиляет кого-то. Так, дверь откройся. А ну-ка, посмотрим. Да, блин, да что за прикол? Смотрите, он меня крохнул. В итоге мы проиграли, ребят. Черный и фиолетовый. Это, ну, розовый. Это была жесть, конечно. Во второй капочке, ребята, мы с вами импостер, я и Пинг. Так, хорошо, погнали тогда делать задание. Так, это у нас типа скан. Так, окейшки, давайте мы типа смотрим в камеры, да? Либо мы вот здесь выполняем задание. Опа. Так, вентиляция. И вот сюда. О, привет, пацан. Здорово. Я возле него вылез. Так, пишем где. Давайте быстренько напишем, типа, где. Так, где. И отправляем. Так, в реакторе труп был синий. Чего? Короче, ладно, давайте вот так вот. Ок. Так, я и розовый импостер. Так, хорошо. Ок, я и розовый импостер. Так, почему на синего? Так, розовый. Так, с розовый с. Не, розовый в то второй. Импостер. Так, вот так, давай срочно отправляем. Так, он врет. Синий не ври. Розовый второй импостер. И чё? Чё, против кого голосуют? Смотрите, против меня только розовый проголосовал. И все. А я против него. А ну, выбрось от меня. Да ладно! Вы что, издеваетесь? Один розовый против меня проголосовал, и меня кикнули? Серьезно? Ёшкин кот. Блин, розовый второй импостер. Ребят, я надеюсь, что другие, блин, кикнут этого розового. Ну это жесть, это было реально жестко. Ладно, ребят. Закрываем тогда Among Us. Я не знаю, почему он так сразу меня спалил. Блин, что это? Кто так играет, ребят? Ну действительно, кто так играет? Ладно, открываем Roblox. А в Roblox, ребята, мы с вами тоже поиграем в игрушку Among Us. Кстати, первый раз буду играть, ребят, в эту вот игру на планшете. Посмотрим. Так, я очень сильно надеюсь, что я буду импостер. Пожалуйста. Блин, нет, ну почему? Почему я не импостер? Ну это капец просто какой-то. Ладно, давайте тогда будем начинать выполнять задания, в принципе, какие-то. Так, нам нужно вот сюда вот, наверное, зайти. И тут нам нужно что-то выполнить. Да, вроде бы вот сюда вот подходим. Так, а, не, стой. Просто непонятно, таких вот восклицательных знаков очень много. Короче, где восклицательные знаки, ребят? Туда нам нужно и идти. Так, кто-то закрыл дверь. Оу, меня закрыли, ребят, меня закрыли. Тут, в принципе, камеры. Так, дверь с одной стороны открылась. И с другой стороны тоже дверь открылась. Так, давайте зайдем вот сюда вот. Так, и вот тут вот нам нужно, скорее всего, выполнить задание. Так, бежим. Так, во, о, ребят, первое задание, которое нам нужно выполнить. Давайте нажмем сюда. Так, здесь нужно соединить проводки. Смотрите, как прикольно они соединяются. Так, конечно, немножко не так, как в Among Us. Так, тут что? Тут ничего нам выполнить не надо. Кстати, я в эту вот игрушку играл на эмуляторе, ребят. Да, и еще, и скажу вам честно, ни разу не был импостером. Почему-то я ни разу им не был. Так, трупа здесь нету. Опа. Так, нужно бежать где-то вот в эту вот сторону. Давайте пойдем быстренько починим. Починим это дело. Ой, репорт. Так, репорт. Блин, я не видел, кто это был. Не заметил. Так, есть русские. Так, где? Ауф, игра. Так, так. В смысле, что ауф? Что, игрушка заглючила? Если честно, ребят, я не видел. Вот вы свидетели тому, что я не видел.
Так, розовый. Давайте напишем, что розовый. Так, чат открываем. Так, и вот тут вот пишем. Так, давайте вот так пишем, что розовый. Розовый. Просто кикаем его. Вроде бы это был он. Так, я голосую против него. Против розового я голосую. А он уже написал оранжевый или что? Так, розовый. А тут тоже написал, что розовый. Какой-то желтый. Так, короче, кикаем розового. Ребят, я не знаю, или это был он. Так, а ну-ка, до свидания. Кстати, ребят, это был я. Вознаться импостер. Так, один импостер остался еще. Так, кто же второй импостер? Ё-моё. Так, кто же второй? Блин, кстати, кикнули против, по-моему, передо мной кого-то вот кикнули прямо. Я так не заметил, как бы, да? Так, тут что? Тут можем что-то выполнить? Давайте им побежим тогда вот в эту вот сторону. Да, кстати, играть в Among Us в Роблоксе тоже очень прикольно. Вы напишите, ребят, в комментариях, вот как вам больше нравится играть в Among Us. Так, тут, по-моему, мы можем выполнить задание. Так, а, я понял, нужно нажимать вот сюда. Да, вот. О, отлично. Блин, да ё-моё. Опа, да ёшкин кот. Еще, знаете, как говорится, фиг попадешь. Да, блин, вы что, издеваетесь? И... Да, вот та. Давай. Да нет, ну его нереально выполнить, ребят. Ну как его выполнить здесь вот? О, наконец-то мы с вами выполнили это задание. Так, красные восклицательные знаки. Что случилось? Что случилось? Нужно срочно их исправить, потому что взорвется через 20 секунд, и мы проиграем, блин. Так, вот сюда, наверное, нужно бежать. Давайте, пацанчики, где вы там? Где вы? Чините реактор срочно. Так, ребят, я как бы эту карту не знаю, как бы толком. Так, давай, бежим сюда. Вот, ну, короче, все, мы проиграли, ребят. 3, 2, 1, мы проиграли, никто не активировал, да, все. Бум! Реактор взорвался, мы проиграли. Это был черный и белый, представляете? Черные и белые были импостеры. Ладно, закрываем тогда эту игрушку. У нас, по-моему, еще осталось сколько? У нас еще осталось две игры. Moto Extreme и Skerity Cher 3D. Давайте откроем Moto Extreme. И давайте посмотрим, ребят, какую же карту нам выбрать. Ну, это какая-то новая, поэтому давайте я выберу ее. Сейчас посмотрим, что же здесь нас с вами ждет. И это, ребята, у нас вот такая вот первая миссия. Вау! Мы сразу проиграли. Так, ну, конечно, ребятки, хочу вам сказать то, что играть на эмуляторе немножечко легче. Вот в эту вот игрушку это однозначно. Однозначно немножечко легче играть. И, опа, это на сохранение, отлично. Так, газуем, газуем, газуем. Ну, вообще, эта игра очень классно продумана, ребят. Безумно классно. И вот мы проходим, в принципе, эту миссию. Так, следующая миссия. Поднимаемся наверх. Так, пока что на тормозах. И полный вперед. Так, автосохранение. Тут нужно остановиться. Так, тут нужно остановиться. А теперь аккуратно так подгазовываем. Воу! Опа! Отлично. Так, снова зачекинились, ребятки. Так, это лед. Лед сломался. Мы едем дальше. Лед нам не преграда. Фух. Так, автосохранение. Еще одно автосохранение. Мостик прям перед нами построился. Так, сейчас назад нужно ехать. Так, стой, 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 аккуратненько. И все, мы проходим эту миссию. Да, мы проходим эту миссию. Так, следующая миссия. Уху, полный вперед. Так, такое сальто мутим. Опа, сейчас назад. Так, тормоза, 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 тормоза. Так, стой. Фух. Ребят, я уж думал, что я проиграю. Действительно. Думал, что уже все. Стоит попрощаться с жизнью. Так, давайте повторим немножечко. Тут нужно сделать вот такой вот трюк. Вот такой вот трюк делаем. Опа. Все, есть, зачекинились. Можно даже еще на заднем колесе проехаться. Так, чуть-чуть проехались. Подпрыгиваем. Давай, 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 давай. Опа, так, стоп. Все, теперь мы до этого крана. Ну, на этом кране доезжаем до финиша, ребят. Все, миссия выполнена. Так, ладно, тут у нас восклицательный знак. Это значит, что аккуратно, пацанчик, не газуй. Не газуй, будешь газовать, проиграешь. О, теперь вот нужно газовать, ребята. Теперь обязательно нужно газовать. Так, еще бомбы взрываются прямо перед нами. И мы чуточку, ребят, чуточку с вами не доехали. Совсем немножечко. Давай, давай, опа. Давай, блин, да что ж такое-то? Что ж такое? А где там автосохранение? Я не понимаю. Так, я не понимаю, где там автосохранение. Так, тут нужно газовать, ребята. Турбоускорение. Воу-воу-воу-воу. Так, и теперь еще вот так вот. Эпик, ребята. У нас что, первый эпик получился? Да ладно, мы все время такие крутые трюки мутили, и это только первый эпик.
Так, стой. Так, тут нужно, скорее всего, сделать вот так вот. Опа! Да, и все, и заехали прямо на центр. Так, неплохо. Давайте тогда пройдем еще с вами одну миссию. Вау, щищ. Так, тут нужно, наверное, как-то по-другому замутить. Вот так вот, наверное. Давай. Ах ты ж, блин. Снова эпик? Ничего себе. Так, ладно, как же тут нам поступить-то, а? Как же нам поступить? Вот так вот, наверное. Вот так, давай. Есть. Автосохранение. Отлично, еще восклицательный знак, что типа аккуратнее, не газуй, пацанчик, не газуй. Есть, ребята, что это было вообще? Это было настолько эпично. Эпичность этой игры просто зашкаливает, ребят. Это реально, просто реально. Блин. Так, там финиш уже был, ребят. Ну, тут уже вот финиш. Да, вот где-то вот здесь вот финиш, по-моему. Так, давай. Авточекпоинт. Так, отлично. Так, теперь полный вперед. Опа. Так, тут у нас следующий авточекпоинт. Так, давай мы назад немножко сдадим. Так, давай, пацанчик, назад. Отлично, молодец. И теперь полный вперед. Вау. Так, снова чекпоинт. Ребят, сколько здесь... чекпоинт, вот здесь очень много этих чекпоинтов. Так, вот еще один. Так, динамит еще какие-то взрываются. Так, стоп, тут нужно было затормозить. Ребят, там нужно было затормозить. Так, вот здесь вот, по-моему, да? Так, тормозим. Короче, ладно, ребятки. Ну, хотя, в принципе, давайте мы уже дойдем, наверное, эту вот игрушку все-таки. Давай, стой. Так, все, и теперь просто по этих колесиках проезжаем, да. Все, миссия выполнена, ребят. Миссия выполнена, мы с вами это сделали. Закрываем эту игрушку, открываем Scary Teacher 3D. Друзья, в Scary Teacher мы с вами пройдем одну миссию. Это получается, наверное, самая первая миссия. Ну, дело в том, что я только установил эту игрушку на свой планшет. Возможно, кто-то из вас еще не играл в Scary Teacher никогда. Поэтому, ребятки, давайте будем обучаться вместе. Ну, так как я уже играл в Scary Teacher, так, тут нам нужно в сторону повернуть. И вперед побежать. Так, все. Еще в сторону. Да сколько там уже в сторону-то вращать? Так, туда-сюда. Все, я понял. Теперь открываем. Так, берем эту штуку. Берем. Кстати, вот, ребят, на планшетах, ну, там на телефонах, очень удобно играть вот в подобные игрушки. Безумно удобно. Так, все. И теперь мы убегаем с вами отсюда. Это у нас такое, знаете, первое вступительное видео. Сейчас посмотрите, как мы постебаемся с этой вот училочки. Она еще что-то говорит? Давайте я сделаю чуть погромче, вот так вот, чтобы вам было слышно. Знаете, вот... Ой, не-не, это прям очень громко, ребят. Я, знаете, смотрел тоже некоторые каналы, которые снимают, в принципе, подобный контент. То есть мобильные игрушки на планшете, то они играют так, что их вообще не слышно, ребят. И игрушка очень громко кричит, вот практически перекрикивает человека, который комментирует. Я, ребят, так не хочу. То есть я хочу, чтобы вы слышали меня больше, а не игру. Так, и давайте тогда выполним уже первую миссию, вот эту вот. Ребят, а вы напишите в комментариях, вот прямо сейчас напишите, вы проходили вообще вот эту вот миссию, вы играли в Scary Teacher, и как вам вообще эта игрушка? Ну это бомба, а не игра. Так, окей, погнали. Так, нам нужно вскрыть замок, мы что-то подобное уже с вами делали в Scary Stranger 3D, по-моему. Так, все, мы вскрыли замок. Итак, если я не ошибаюсь, нам с вами нужно испортить ей, ребятки... Так, испортить ей завтрак там, либо что это будет. Так, ну, у меня подсказки, конечно, у меня нет подсказок, ребят, поэтому будем по памяти проходить эту игрушку. Так, нам с вами нужно зайти на кухню. Так, заходим на кухоньку. Так, теперь нам нужно взять оцет, либо уксус, что это такое. Так, берем его. Так, и теперь нам, ребята, нужно добавить его вот сюда. Ну, я еще плохо играю, конечно, вот в Scary Teacher. Так, очень плохо. Так, и добавляем. О, она меня заметила. Блин, она меня заметила, ребята. Так, а мы удрать от нее не можем. Нет, мы удрать от нее не можем, ребята. К сожалению. Печально.